Сегодня не просто день, сегодня значимый, особенный день для меня, когда мечта моя исполнилась, и Бог послал мне это. Да, у меня есть вот такое вот детское одеялко, и ему 18 лет. Смотрю и думаю, блин, вроде бы вот недавно я заворачивала ребенка, укрывала ее. Но время беспощадно пролетело очень быстро. Я всегда боялась тех моментов, когда ребенок подрастал, и особенно момента, когда он совсем вырастет, перестанет быть лялечкой, маленьким ребенком. Тяжело, хлопотно воспитывать и растить детей. Но в то же время становится очень грустно, когда это заканчивается, потому что это никогда не повторится и никогда к нам не вернется. И я уверена, что я не одна такая. И сегодня 13 февраля, я родила сына, и ему сегодня 18 лет. С днем рождения, Артур! Сынок, верь в себя и исполнится все. Каждый день станет ярким, счастливым. Пусть к ногам целый мир упадет, покоренный тобою красиво. Желаю, чтобы у тебя было все, всегда и вовремя. Счастья, здоровья, любви и успехов. Я тебя очень люблю. Всем привет, мои хорошие. Я проспала на работу. У нас такая жара на улице. Посмотрите, все тает. Короче, плюс 5. Я, конечно же, на работе. День рождения сына. Ну, он, по идее, должен прийти ко мне со своей девушкой пообедать. И, блин, очень жаль, что я не смогу поснимать. Но не любит он, не хочет. Ну, я особо не напрягаю, хотя не раз ему говорила, что очень хорошо было бы, если бы ты был моим контентом. А он, знаете, что ответил? Мам, я твой сын, а не контент. Ну, я все равно попробую хоть немного что-нибудь ухватить. Ну, конечно, если получится. Сейчас я вот людей откормила завтраками, прибралась, села передохнуть. Тут вот у меня киношка идет. Короче, рабочий день. Житейская рутина. А еще я подготовила сюрприз. Это будет неожиданно, приятно. Короче, прикольно. Такая, знаете, большая эмоция. Я так люблю делать вот такое вот блюдо. Крышечка. И под ней подарок-сюрприз, завернутый в салфеточку. Ну вот как-то так.